На протягу усяго одного месяца удел у кермаши белорусских товаров у Новосибирску и наведывание с деловым визитом Китая. У открытом акционерном товаристве «Спартак» сегодня активно пропануть свою продукцию у разных регионах света. При этом тут перекананы без модернизации вытворчести и выпуску новой продукции, якая запотребована на внешних рынках, ничего не отрымается. Иншая справа, что реализовать программу модернизации предприемства, якая различена на период до 2020 года, можно было бы и больше худко. Але своих сродков не хапая, а сучасные банковские кредиты вельми уже дорогие. Хоть у любым выпадку, от своих планов тут отмовляться не собираются. До речи, амаль 15% вырабленной продукции поставляется на экспорт. Причем у опошний час администрация «Спартака» активно шукая новых партнеров. Наработаны новые контракты, уже подписанные с такими странами, как Китайская Народная Республика. Кроме того, мы в этом году закрепились и начали более плотно работать с странами Средней Азии, такими как Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан. Кроме того, мы сегодня подписали и продлили на следующий год договорные отношения с Азербайджаном и Монголией. Вот на эти страны мы сегодня в первую очередь планируем поставки нашей новой продукции. Сегодня на территории центрального района Гомеля около 20 промысловых предприемств. У мясцовой администрации лишит, что проводить модернизацию необходимо только у тым выпадку, коли для этого есть реальная потребность. Урэшце укладенные сродки повинны обовязково окупиться, а для этого необходимо спочатку пролишить рынки сбыту. В усилякім разе менавіта так зрабили у акционерном товаристве Коминтерн. Новые коллекции гомельшан оказались запотребованными у Заходней Европе. Он сейчас очень плотно работает по реализации своей продукции в направлении Западной Европы. И уже есть первые результаты, это и Польша, и Германия. И мы надеемся, что это направление будет дальше развиваться у Коминтерна. Если, допустим, взять завод станка «Гомель», завода Миникирова, тоже была большая зависимость от российского направления. Мы от него не уходим. Сейчас прорабатывается вопрос участия завода Кирова в так называемом знаменитом Челябинском кластере машиностроения. Это большая группа предприятий, занимающихся производством станков. А кроме того, в настоящее время завод Кирова ведет переговоры с кубинской стороной о поставке большой партии станкостроения именно в Кубу. Это впервые в истории этого предприятия. И шансы, то, что такой будет проект реализовываться, очень высоки. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».